Здорово, Эйс. Че тебе Дискорд забанили? Зачем? Там, кстати, еще Галька тоже что-то такое было, спроси у него. Как он решил? А, я забыл стрим переименовать вообще. Надо сейчас этим заняться. Так. Так, вроде переименовал. А я не знаю, как тебя спросить. Я потом спрошу что-нибудь у него. Так, вообще я хотел мод для начала включить. Или без модов. Ну, я хотя бы саундтрек поставлю, а то так скучно. Так, ну что тогда? Ну, босс раш можно оставить тоже. Это тоже можно оставить. Это тоже можно оставить. И это. Ну и это оставлю. Ну, в принципе, все оставлю. Вот ничего такого нет. Так, да, сейчас перезайду. И мы давно, конечно, с саундтреком не играл. А, я еще забыл чат на телефоне включить. Так. Все, теперь открыл стрим на телефоне. Так, для начала надо сделать стрика 0. Думаешь, из-за этого? Там вроде по всей, ну, Чигалёк говорил по всей этой. Либо по всему миру, либо по всему, по всей России такое произошло. Так надо. Все, стрик ноль? Нет, не ноль. А как? Тогда вот так. Вот так. Все, стрик ноль. Где Иден? И... Интересно, я хотя бы один стрик смогу с ним сделать? Не, один по-любому будет. Хотя бы два смогу. В принципе, старт неплохой. Только терзы мало. О, нормально. Блин, бомб нет даже. За 4 монеты со старт. А еще комнаты пустые все. Ну, ладно, первая ужасная комната. Мне кажется, ли игра громко? Или нет? Да не, вроде игра нормальная. Нет. Ну, хотя бы ХП нормально. Над этим челом. А, тут нет прохода. Я не знаю, я вообще думаю, я смогу вообще на 4 цели за один стрим протянуть. Потом в копию вряд ли пойду.
него больше урона, чем мне, интересно. Может, мне легче им убивать? Да, наверное, так легче. Ну, лучше бы терзу дали. Окей, если захочу, скажу. Так, это обязаны подорвать. О. Здорово, Steam. Так как вы мне взорвать тут? Ну, в принципе, ладно, мне все равно два раза придется взорвать. А, нет, я все разом взорвал даже. Да, в принципе, можно подвинуть вот так. Оп. Ему монет много. Надо посмотреть, что в магазине было. Паук. И карточка. Окей, я хотя бы захилился. Ладно, оставлю деньги. Не-не-не-не. Ладно. Ну, хотя бомба купил. Я уже закрыл весь файл, и сейчас я играю Иден стрики. А-а-а, я же Иден стрики запустил, я стрик хелпер не запустил. Ладно, тогда сейчас запущу. А, стоп, если я сейчас ливну, будет стрик. Не, ну ладно, пофиг тогда. После этого рана запущу. Так, мега стены не будет. Первый, всегда на мать первый стрик. На мега стену не бывает стриков. Блин. Ладно. Ну ладно, давай так тогда. Да, сейчас мод ставлю. Где он, стрик хелпер? Вот он. И сейчас опять надо в игру перезайти. Ну да, сейчас новый ран. Ну, правда, стрик минус один будет. Хотя, я все равно, даже если выиграю, все равно стрик один будет, поэтому ладно. А, нет, стрик ноль. Так, стрик хелпер работает, только надо его настроить немного. Надо... Чё? Где он? Поставить Назар. Так, чё у меня с самого начала? О, гемостаты хорошие. Еще и станинская библия в начале. Ну чё тогда? Ну, в принципе, да, вообще отличный старт. И хп нормально. Урон повышен, терза чуть меньше, но это фигня. Я сразу станинскую библию прожму. В принципе. Мало ли там, что будет хорошее. И тринка неплохая. Старт хороший.
Так, глазкайна. Дачи у меня мало, поэтому не буду его брать. Блин, круг китпенни. Можно будет заюзать один раз в магазе и все. Ой, панул. Так, и можно будет подорвать. Что здесь вообще? О, тут карточка хорошая. Но у меня все равно монет нету, так что я попробую раздвоить. Хотя карточку может купить вообще сначала. Блин, а если раздвоится, то вообще отлично будет. Я много получу прям. Ну ладно, давай попробую раздвоить, рискну. Или хотя... Блин, сложный выбор. Ладно, пофиг, я куплю сначала карточку, потом уже раздвою. Да, карта для поноса. Хорошо, что я купил ее. Нифига не раздвоила. Как весело. Прожму потом в большой комнате, если попадется. Че, она пока стоит? Я забыл, что он третий ревок делает. Проблемы с туалетом. О, кстати, дамаг я возьму. Да, в принципе, на следующем этаже я не буду прожимать Библию, ну только в конце этажа. Так, вроде это большая комната, но она много разной херни. И, кстати, она... Как ее проходить? Сначала надо их убить. Как ее проходить без урона? Что это за приколы? Окей. О, вот это будет намного лучше. Да-да-да-да, вот. Это хорошая тренинка. Так, один ключи. О, монетки. Так, надо сначала их убить, потому что они потом заспамят после себя. Так. Приходится сидеть на унитазе несколько часов. Нормально там рекламу делаешь. Сердца не надо. Дамаг не получил. Больших комнат до сих пор нет. Я хочу как можно более профитнее заюзать карту. Ну, конечно, если мне карта получше выпадет, то я... возьму. А, точнее, я заюзаю, точнее. Какой стри? Так, секретку можно будет найти. Ладно, может здесь обычная будет. Куча монет. Блин, подорвать его или нет? Наверное, не буду. Нет.
он меня не задел. Я не понял, чего он вообще толкнулся. Дайте зерзап. Главное, скорость. У дьявола ничего интересного. Так, все что ли? Да, да. Блин, может все-таки сходить в магаз? Ладно, схожу в магаз. Да, кстати, для синего пацана это же вообще имбовая карта. Мне тоже так кажется, что он там. Ну, сердце. Я не хочу просто бомбу тратить, потому что вдруг мне их не выпадет на следующем этаже. А, хотя нет, будет же еще один этаж, поэтому ладно. Нет, ее тут нет. Скорее всего, она вон там вообще. Или вон там снизу, короче, много места есть. О, большая комната. Вот в ней можно заездить. Но сейчас я этого делать не буду, а то я сдохну. Без спектральных слез. Кстати, дрос выпал вообще. Не круто. Ты бежишь. Блин. Ну ладно. Дайте тренинку. Где тренинка? Стоп, оно мне не выпадало случайно вначале? Я просто забыл уже. Все, сейчас налутаем. Э, а чё, где дроп? Ого! Главное, чтобы она там не запомнилась. Потом единственном месте, в котором я не могу залутать. Там липкий никель. А, нет, не липкий. А почему стукнуться? Обе? А, белый костер. А, ну можно, да. Можно, кстати, на стримах еще третий файл закрывать. Жесть как дает. У меня куча красных сердец. Жалко, аркады тут не будет. Скорее всего.
Да, чертик нужен какой-нибудь. Или карточка Temperance, тоже нормально. У меня уже монет сколько? 90 с лишним. У меня там еще золотая лежит. Да мне бы любого попрошайку неплохо было бы. Все, больше монет нельзя поднимать. Можно оставить. Там еще и никель падает, жесть. Да, эта карточка очень имбовая. Я уже сколько минут ломаю это говно? Окей, можно даже сюда зайти. Ладно, пофиг. Что за комната ужасная? Кстати, свою забыл тринку забрать. В ДС больше зрителей, чем на стриме? В каком ДС? А, когда я этот... Просто в Дискорде сижу, да. Так, у меня супер много сердец, поэтому можно стенистку библию юзать. Так, наконец-то магаз нашелся. Ой, я на чат засмотрелся, я не понял. Ладно, больше так не буду делать. Еще сердце. Так, что там? Вряд ли я смогу, наверное, да, ее зарядить. Да и плюс сделки сделал, он совершал, так что от нее немного смысла будет. А почему не взять? Ой, я случайно нажал. Так, секунду, бесплатного... А, кстати, я об этом даже не думал. Наверное, я в Айзека не играл слишком долго, поэтому да. Кстати, я только что понял. А, он что, сразу что ли заряжает, а не на... по чуть-чуть? Офигел что ли? Ладно, это было глупо. Я думал, там по чуть-чуть будут красные сердца отниматься и все. Нифига подобного. Так, сначала босса убью. Девяносто девять монет. Ладно, босс несложный.
Нет-нет-нет, он сейчас начнет вот эту херню делать. Да, вот эту. Да, поджимайте меня. А, я же мог бесшлотно забрать. Пофиг. В зеркаль я и получу. Чё ты мне там Элис говорил? То, что он мне максимум даст 2,5 урона, если меня там максимально манит. Я, наверное, не буду. Хотя нет, наверное, буду все-таки юзать еще и в этом. В зеркале книгу. Потому что. Так, потому что почему? Блин. Ну вообще мне красный хп желательно бы получить. Но. С другой стороны, хочется и пример дьявола. Ладно, я не буду юзать. Терзапы. Урона, в принципе, теперь хватает. Куда я монеты поднимаю столько? О, абуба. Скорее мне рейтинг. Ура. Блин, вроде урона много, но как будто бы этот... Слезы такого же размера, из-за этого не ощущается так. Я попробую убить какашку, надеюсь, я на этом стрик не солью. Надо. Он как раз серзу дал. Очень небольшую. Что с ней? А, она там была, я ее не заметил. Эх, ну ладно. Ну, она заморозилась. А, у меня же еще и урон теперь больше, я что-то забыл. Неплохо. Так я и знал то, что надо поражать. Я надеялся на терзап. В принципе, ладно, без красных хп тоже жить можно. Так что мне нечего беспокоиться. В принципе, уже неплохой билд, так что красные сердца даже не так уж и, не ну и нужны. Красные сердца понадобятся потом уже. Вот на следующем этаже, наверное, не надо будет книгу жать, потому что я уже бесплатно заберу. С дьяволки терзап, ну это, например... Дедлист может дать терзап, ну, например, если я его использую по назначению. Пакт. Как минимум много артефактов, которые мы могли выпустить, даже хороших, даже не обязательно терзап. Так этих чуваков лучше сразу замораживать. Я не хочу драться со скелетами. Я знаю, что не забрал.
Так. Ух, чешется. Ну, я знаю, да, это не доигрывочка. Произошла небольшая. Так, тут я прожимать уже не буду. Батарейка по скидке есть. А вот и бомба, кстати, главное не тратить их. Качество просело. Я, кстати, не знаю, с чем это может быть связано. Ну, сейчас пусть другие ответят. Может, и у тебя одного. Качество просил на стриме, реально. А, все норм. Значит, только у него. Какой черт я оставлял? Лучше, пожалуйста, несколько библию. Мег дьявол, кстати, не залетел. Там какой шанс был у него? Так, а еще у меня куча монеты, наверное. Так, здесь 7, там 10. 17. 18. Допустим, 19, там еще одна монетка, наверное. 19 монет закину. Стоп, 19 сколько? Ровно до 80, да. А, там никель лежит наверху. А, реально никель. Тогда... А, он липкий, тогда пофиг на него. А думаешь, одной монетки не будет? Нифига себе. Так, сейчас главное часть ножа не забыть и начать ломать игру. Хорошо. Так, это может быть на... Так, нет, я замут сначала заберу. Это я потом залутаю. Косой. Ай. Рисковать или нет? Я не хочу этот глаз брать, он какой-то тупой.
Нет! Зачем я его взял? Ладно. Окей. Либра может быть хороший. Да, не рискуйте. Так. Ну почему бы и нет? Неплохо, дамаг повысил, нормально. Ничего плохого нет. Черта кормить? Ты уверен? Ну почему бы и нет, да, давай. А, стоп, это же вообще имба. Которая даст мне все статы. Это же old статап. Чертик видео выходит нафиг каждый день, кажется. Куда ты полетел в меня, когда ты под страхом? Так, тут батарейка есть. Пудра учелила. О, что? Еще никель. Плюс нуля на оранжа, плюс скорости и урона. Так, я, получается, открыл дэму. Но я сейчас прям не буду пока этого делать. Сначала босс, наверное, убьем. Куда я пошел? Ну что, все равно хотя бы зерзы нормально. В принципе, не все так плохо. Отвали! Ура! Ничего себе, он статов дал. 0,7 урона. Ладно, либра не такая плохая. Абадон. Абадон я возьму. Стоит взять, хотя бы статов даст. Так, и батарейку стоит пить.
Ой, блин, я же мог это в монеты сделать. Окей, я оставлю. Стоп, а зачем мне? Пойду я сердце превращу в монет. Я, в принципе, не хочу с этой штукой гонять. Блин, тут нечего превращать в монет. Только руну. А руну зачем? Ладно, фиг с ним. А, кстати, может там секретка с сердцами? Там можно превратить в монеты все. Это что мне это даст? Так, здесь возможно. О, хорошая секретка. О, Tb Diamonds, что? Еще? Два маджишина. И душа Юды. Окей, пойду душу Юды сначала заюзаю. Тут все скуплю нахер. Купай пилюли. Худшая в мире. Тогда я еще и кирку куплю. И пойду все ломать. Так, нет, это я ломать не буду. Тут что? Все, один удар. А где ломать-то что-то? Все сломано. Я душу Юду так не заюзу. Блин, что я хочу сделать? Я хочу заюзить Tb Diamonds. Потом вынести отсюда душу Юды. Потом что здесь Tb Diamonds. Ну и Magician тоже вынесу. Все, остальное можно сделать все вот так. Не знаю, зачем мне это надо, но ладно. Я не буду его кормить. Soul of Judas. Блин, или душ Самсона взять с собой? Да не, лучше взять, наверное, Magician. У меня хотя бы скорость не маленькая со старта. Ой. Бежим, 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 бежим. Халявная комната. Еще одна халявная комната. Нет, отвали. Бежим, 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 бежим. Бежим.
Чат сдох, да. Так, я же ничего, да, не забыл. Да, все у меня. Батарейку купить, кажется, забыл. Нет, не забыл. Все, можно идти. Можно было бы еще деньги в автомат позакидывать на миллион. Как полезно. Блин, зачем я ее взял? Нет, я не хочу защищать его, вот так я не сделаю. Надо было заюзать в прошлой комнате. Надо было сюда кинуть ее. Секретка. Интересный выбор. Два предмета полубосса, интересно, будут, если я возьму. Если я проюзаю книгу станинскую, или два предмета дьявола будет. А вдруг они на выбор? Нет, они по-любому не на выбор. Ладно, я беру и то, и то. Рискну. О! 0,6 урона. Халявный. И терза. Плоская терза от либра дается, нифига. Я эту штуку просто брал раз в год, наверное, если вообще брал. Че, еще раз рискнуть? Ну, ладно, это лучше. ХП. Мне кажется, либра мне наоборот помогла. Ой. Похлебка. И субхардс. Так, пора лутать монеты. Ну все, вроде бы.
по секреткам можно идти. Пока безуспешно. Отличная суперсекретка, мне нравится. У обоих предмета делала. Еще и дьявол открылся. Ничего интересного. Так, если у обоих предмет дьявол, то это не очень круто, наверное. Ну, пак-то возьму. Да, наверное, и это возьму. Там куча сердец валяется. Ладно, возьму глаз гапи. Да, еще и здесь сердце. Блин, а если сейчас... Не бомба тупорылая будет. Ладно, здесь нормально. Ох. Так, можно еще побегать, посмотреть, может что-то глазом гапи увижу. Ладно, тут ничего нет. Ну все, в принципе. Так, одну секунду. Скучно. Ого. Так, сейчас мама будет. Да пофиг, я буду юзать. Ой, я случайно еще раз нажал. И всех хп снесло. Ча? Альт Голден Рум. Какие? А, стоп. Обузить. В каком смысле? Я только сейчас понял, о чем ты. Это, конечно, крутое получение урона. Если бы я так мог. Кстати, может Эмперера подержать? Давай-ка Эмперера лучше. Отпустите! Отпусти! Стоит ли это брать? Слибры тем более. Блин, это очень сложный вариант. Сомнительное решение. Так, это может быть и вас? И вас-то неплохо. Это догас.
Да блин. Брать. Думаешь, это нормально будет? Ай, он просто много чего понижает. Я боюсь, у меня урона нифига не останется. С другой стороны, он и повышает. Что он вообще? Блин, я не знаю. А если хуже будет? Это риск большой. Я не знаю. Пизделку можешь шанс повысить. Да блин, и хочется, и не хочется. Что мне делать? Просто ты можешь заровнять забег. Ладно, это было, наверное, не знаю, хорошим или плохим решением. Как понизил много, но... Типа... С другой стороны, может и неплохо, то что этот... Ну, разлетается же на маленькие слезы, может больше ДПСа будет. Хотя я попасть по челу не могу. А, кстати, я мог в прокуту зайти. Ладно, здесь урон еще где-нибудь найду. Очевидно, не все потеряно еще. Так, лапку Гапи надо потрогать. Пилюли юзать не буду. Блин, ранжа подает, это плохо. Сука, я вообще не попадаю? А, нет, я не попадаю. Как мне встать, чтобы я попадал? Я не могу попасть. Я не знаю, как попадать. Думаю, это было плохим решением брать гималакри. Ну ладно, пофиг уже. Ну что это такое? Надеюсь, на матери так не будет, это сдохну. И рейнждауны мне тоже не помогут. Что же делать? Ты ничего не говорил.
А, стоп! Так они не попадают, потому что у меня же пронзающие слезы. Я что-то даже не подумал об этом. О, нет. А как это... Что это такое? Что это такое? Как подняться? Я хз, как его убивать с ним лакрией. Ну это бред. А мне сейчас второй раз это убивать, да? А, не, не второй. Умри, 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 умри поскорее, пожалуйста, я умоляю. Демокри, это ущерб полный. Хотя бы уголь дали. Пойду позаряжаю книгу, у меня сердец мало, чтобы... выжить. Спрашивай. Каким славой? Знаю. Пока вроде даже не договаривались о таком. Надо срочно, срочно мне надо пофармить сердец.
О, Джокер. Надо брать по-любому. Еще один язык выдал, что за фигня? Тут уже лакитой. Погоди, сейчас я прочитаю. Так. Так он же тебе ответил. Вторым сообщением. Теперь там что лежит. Если там будет лежать джаубрикер какой-нибудь, я бы возьму. Что, я раз тут не был? Так, батарейка. Денис мне ничего не... Наверное, писал, я не смотрел еще пока. Ваншот не играл. Сейчас посмотрю. Телефон бы найти для начала вообще. Ну, секунду. А, стоп, у меня же чат на телефоне. Сейчас посмотрю. А, ты про найтбота? Ту... Я туда один списал. Это со стрик хайл прям не от консоли. Блин, где еще комнаты не залутанные? Хорошо, что большая комната. Луки. О, кстати. Хороший тринг. Потом надо будет взять. Спасибо за нахуй. All stats down.
Это был мимик еще. Ладно, это был с хаундом. Мне кажется, солью. О, дамаг. Да, 0,7 дамага. То, чего мне и хотелось. Да где? Могло быть и лучше, на самом деле. Вот это оставлю. Lockdown. Либру, да, вслепую взял. Не знаю, что там в тебя хейтит. Но мне просто не нравится, и все. Нифига не вижу из-за слез. Ладно, я сдох. Надо сесть поудобнее. Ладно, я не сдох. Блин. Рапер и стрик. Так, теперь на места. Статы вообще уебищные. Я ничего не говорю. Что мне засейвило от урона? Эффект святой какашки? Сейвануть от урона. Я тебе пробую эту комнату.
Может d8 прожать? Окей, это хорошо. Один дали. Блин, надо дамагать теперь. В принципе, терзы хорошо. Стоп-вотч. Говна навалили мне. Так, нормально. Теперь скорость дофига. Дайте дамаг. РНГ. Синтол мне надо, короче. Ну все, игра теперь меня поняла. Кого? Я эту фигню, эту утробу не донесу. Я заюзаю на первых хейвсах. Мне на бестатим были надо. Папа, или я об этом сказал уже. Ай. Да умри ты уже наконец. Терзап. Окей, два сердца неплохо. Сколько один терзап? Только что спиду мало. Так, мне нужно кое-что проверить по-быстрому. Чего они там дали на 20? В общем, на вторых хейсах я заезжаю Пандору и перепутал. Следующая метка это не ультрагрид, следующая метка это не пацан, кажется.
Так, это 20 на этаж вроде. Да 7 комнат вроде восстанавливает. Стринки. Какая Гриша? Это 6. О, мечен камень. Так, ну, у меня нет выбора. Ну, в принципе, можно еще один ключ взять и ролить этаж. Может, бомбу какую-нибудь дадут. Нормально. Вот и через ангела. Я переоценил себя. Меркурий называется. Четыре не буду юзать. В принципе, у меня все нормально. Хотя, может быть, лучше. Блин, он там появится еще раз? Нет, не появится. Да сто? Ну нет, 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 это до 8 применит еще. Не хочу. Д4 на альткипере? Ну, в принципе, да. Стоп. Я перепутал с альткайном. А, потом где все двери открываются? Да, на альткипере ты не дал. Тот же дурстоп.
judgment. Ну, сделку поднять можно. Но не получилось. Наверное, надо было побиться. Он еще и не подорвал. Блин, зачем я его взорвал? Урона также мало. Неплохо. Блин, бы один на бокс бы я взял. Да достались челы уже. Стан попадаются. Ну, костер. Это же первый, да? Издевайтесь. 30 тысяч хп.
О. Ого, вытолкнул. Так, теперь хп много, это отлично. Где магаз? Вот он. О, подарок. Можно каплю. Не здесь. Снизу. Не выпал, серьезно. Одну монетку дайте. Монетку дадут, нет? Не дадут, ладно, тогда взорву. Автомат. Отлично. И очень редкий предмет. Печально. Ну что за говно? Ни одного дэмэджапа.
О, это надо 6. Так, виделки. Еще один тайм. Ты вернулся? Блин, зачем мне это, капец? Ладно, пусть будет. Пойду проклятую схожу. Сап по логике. Puberty. Puberty. Ой, я забыл, что капельницы надо Так, здесь Deefolt, да, мне надо взять же.
Кое-как. Не понял, о чем ты. Окей, хотя бы на дьявола. Так бы сейбер обязательно надо брать все. Да вы угорайте одно другое лучше. Видимо, сегодня вообще по приколу мне дают вещи. Так, где секретка? Брим тут реально? Ну, с Брим так неинтересно будет, потому что слишком легко, поэтому специально этого делать не буду. Дайте Magic Mash, пожалуйста. Ну, Magic Mash, ну пожалуйста. Вот отсюда. Ну ладно. Что делать-то? Где у меня? Тут. Да, хочу фриговую крикету. Говорю, сдохните. Куда ты ушел? Нормально. Я думаю, что ND8 заюзать. У меня урон капец как мало. Да, конечно же на меня. Да куда еще? Ну да. Не удивлен. Куда? Растянулся.
Ладно, я за. И чё, мне старые статы вернул или чё? Ну, это куда хуже. Исчезли? Руна. Rules card. Ой, боже, я заруинил себе забег. Заруинил забег. Как так можно было? Ладно, пойду секрет хотя бы открою. Ладно, меня это больше устраивает. Ну да, спасибо, интрудер. Да куда? Окей, может выпадет с него книга анархиста. Не выпало. Ну давай, супер секретка, помоги мне. Spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? How can you have spent our savings? Мне кажется, я так не смогу выиграть, поэтому надо что-то сделать реально. Так вроде сделать. Что происходит? Ну, вроде бы кого-то лучше стало. Этого недостаточно. Ладно. А, мне фонарик дали, ну все ясно.
Ну давайте. D4. Что я сейчас с фонариком буду делать? Нет, D8 не надо. Вот это нормально. Shut up! You just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Abandon us. Abandon yourself. Веселый. Д8. О, ретро-сокровищница. Ну, заткнись, заткнись. Папа Флай? Где? You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your you soul. You are insane. You are taking this far. Did you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. ГГ, ХЗ. На 8 надеюсь, а так пока да. Тут намного лучше. Вот так, наверное, я оставлю. Ну, фонарик, правда, у меня.
из D4. Ну блин, до 100 уже юз не хочется. Попробую уже так выиграть. Ну, я знаю, что можно зарешать, но у меня, в принципе, пока все норм. Меня устраивает 7 урона. Может быть хуже просто, он вряд ли попадает что-либо. У меня засан еще есть перевернутый. Ладно, давай. Че у меня задака? Дали хардбрейк. Чё мне ещё? Почему-то я стреляю сразу двумя. Или это норм? А, ту это у меня... Этот... Вы угораете откуда? Куда прятаться? Мудак. Достали за пул уже, не падает. Ну, вот это неплохо. Только хп мало. А как мне к нему пробраться теперь? Ладно. Не смешно. О, нормально. У меня стартер дрек, дек. И бэкстебер. А, да, эхо чембер. Так, эхо чембер, но много, конечно, не сделать, ну ладно. Множители не стакаются. Стоп! Если у меня эхо чембер, он меня не заюзает? Да 100. Здесь нет.
круто. Нормально. Давай, Буба. Так, всё. Может, было бы ещё побегать, ну ладно. Блин, надо перед тем, как сердце поднимать, дамажить себе. Стоп. Что там будет? Магазин? Да. О, там тринька имбовая. Стоп, а это... Блин, это не работает. Полуки, я могу тут Дэс тоже Стрэндж юзнуть. Ой. Чё за 500 атак? Куда? О боже, тупая плакса. Ну я сдох. Окей, я пройду. Только нифига не видно. I don't know.
Может, у меня есть контактный урон? Ладно, этот босс должен был на халяве проходиться. Сосунчик. Эх, куда на меня? А, фига он... Это когда эффект темноты, он с таким глазом, или он всегда с таким был глазом? Как будто когда эффект темноты только. Может, это просто не упустили, что типа этот, как сказать, что если вот такая ситуация будет, хотя его вроде и так видно, другим же ничего не сделали, поэтому ладно. Я думал, уже началось. Ой. Ой, я опять на чат посмотрел. Все, не отвлекай меня. Так, что там? Ну, может быть, так и думает реальная игра. Так, теперь на синего, да, вроде, потом на лэмбо. Так, чё? Ну, терзы много, конечно, жесть. Ладно, я всё-таки вытащил тут забег, благодаря тринке, который вначале выпал. Забыл. Там, кажется, можно этот поставить. Бинды. Вот. А, стоп, серьезно, я могу менять на эти? А, да? А чё я? Главное только запомнить цифры. Идем через дьявола. Так, магаз.
Золотую пилюлю не хочу брать. Вряд ли что-то нормальное будет. Это спавнер, да? Я так понял. Чисто спавнит? Да, походу. Тогда лучше его дамажить, а не голову. Да. Теперь я точно в этом убедился. Отвали. Кстати, если он реально их много наспавнит, то я тут ничего не сделаю. Чё, сколько хп у них? Да отвалите от меня. Блин, я хочу бомбу попробую поставить, но... Они мешают. Да одного убивают, а сразу еще один. Ух. Два? Чё за мега босс файт потный? Ааа, ема потный был. Ладно, нормально. Сделку бы не слить только.
Thank you.
full health. Range. Bad gas.
Здорово, Димас. Так. А, я пока-то не сходил. Стартер дек. О, куплю. А у меня название стрима не обновилось. Так, в названии стрима написано, что это Иден стрики на 4 цели. Я стрику Идена. Точнее, пока учусь так стрикать. Сейчас бы сделку бы не слить. Блин. Штуки уклониться можно было. Еще одна плоская терза. Ну давай. Дьявол ущербный, конечно. Ладно, возьму. Ясно. Тут скорее тупик, и тут... Нет, не тут. Ладно, тогда дальше скорее супер секретка. Здесь. Да. Отлично. Подорву.
Везет. Ну, можно еще большую комнату посмотреть. Так, наверное, все. Бомбить тут нечего. Да тут тоже нечего бомбить. Так, там монетка выпала. Так, у меня же 9 вольт, если мы в каждой большой комнате взять. Так, а этого чела в каждой маленькой. Lovers. Он оставил все как есть. Первый дом джоб. Ну блин, не по плану все. О-о-о. Давайте. Надо. Тоже возьму. Так, ну это мне... Наверное, не надо. Ну, шарплак. Mm.
конь меня убивает. Секунду.
judgment.
Thank you.